Вот так вот. А вы, меня зовут Александр, это канал Сики Вади Тетас, и мы продолжаем играть в Wolfenstein The Old Blood. Поехали. Глава 4, бегство, да. В прошлый раз она как раз началась. И в прошлой серии мне хорошенечко надрали жопу, но в итоге я вышел все-таки победителем. Ползем, ползем. Обана! Дяденька, вы что это тут забыли? Меня на пути. А у меня пулик даже нет вот этих. О, у меня пистолета нету. Вы даете. Оп! На! Я не слышал. Так, о. Отлично. Здесь что? О! Вот это мне надо было, да? Что здесь такое? Промышленная зона какая-то. Сигналы. О, броня. Выноси. О. Пулек теперь уже вроде как достаточно, да? Здесь что такое? Так. Ничего нету, только порог идет. Кто это так вышагивает-то? Кто это такое вообще? Так. И далее. Бежать на фуникуле. О, вот какие там дяди. Да ну перестань. Давай, выходи. Ты, сучонок! Ты кричал, не кричал ты? Да? Опа! Кого-то там даже шлепнул. Аккуратненько. Опа! Золото! В чемодане хотел туда провести. Контрабанда, блин. 25-то нам надо. Оу, дядя, нет. Это ж суровый боец. Такой суровый, что его надо... Граната. Да, граната нам его поможет зафигачить. Ползет. Ага. Где же ты? Оба-на, еще гранаты. Ясненько, тут еще гранаты. Ну давайте попробуем. Раз такое дело. На! На, сучонок! Ну-ну-ну-ну, валим, валим! Да ты там откуда взялся вообще, а? Давай, бегом, 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 бегом! Ай-яй-яй! Сука! Гребаная, твою мать! Да, здесь сортирчик порядочный. Будем знать. Господин хороший. На! Все. Хана тебе. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Это патроны, точно. Тут где-то еще броня была. Вот здесь. И еще патроны. Так. Хорошо. Стучат-то такие, а? Все-таки это ходил солдатик. Так, а у меня нету даже... А где же я его брал? А, сверху там. Не, даже не сверху, а с другой стороны. Так, так, так. Вот он. Вот он, пистолетик. Да перестань ты, а! Взял пистолетик, называется. Да, все, тут уже аларм врубился. Все, поздняк метаться. Ага, прикинь. Следующий. Это ты хорошо вышел, просто замечательно. Ты тоже. Боец. Ты здесь. Обана! Офицерье. Вот это надо. Уже полна кабышка.
Где-то тут ходит дядя здоровый. Да ты чё вообще? Охренел, что ли, так пугать? Что? Да. А мне бы еще брони. Я бы не отказался. Так. Обычно в такие моменты мне заходят за жопу. Вот так вот, да? Тут чё, на-ка? Лады. Лады, лады, терпи. Сейчас ждем. Нет, все. С тобой, дяденька, так нельзя. Нас сразу прикиндычишь. Где кто? Там. Есть. Опа, опачки, ребята. На ловца и зверь бежит, да? Где там это бизонище ходит? Охренительное. Ага. Я тебя слышу, ты слишком громко топаешь, понимаешь? Папку дай. Куда ты ее кидаешь? А. Оу-оу-оу! Фига себе, где ты? Да твою маму! Ага. Так. О! Да, пистолетик уже не понадобится. Получи, фашист, гранату. Да. Прикинь. Это как раз для меня положили. Ребята, вы где тут-то? Уточки. Так, так, так. Может, тебя отсюда подстрелю? В бойницу-то тебе четко видно, а? Сука! Прекрати! Нет, ну надо ж такое. Патрончики-то не резиновые, да? Надо вот этой штукой попробовать. Перезаряжает быстро, молодец. Да что такое? Не попадаю, что ли? Прям странно. Вот. Нет, я попадал. Просто было до лампочки абсолютно. До сраки. Так, хорошо, ребятки. Патронов у меня уже, конечно, половина осталась. На автоматах. Но это фигня. Вот дробовичок надо, да. О! Прям как вот знали. Опа! Это вообще находка. Ну, это пока не надо. Так, лишь бы тут никто меня не расфигачил, пока я буду. Потому что до сих пор все мигает, все светится. Долго снимать, надо так быстренько. Хорошо. Ребятки. Повоевали на славу. Вот этих патронов мне надо, да. Патроны у меня забрали. О, точно, шапка. Тык, 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 тык. Сюда? Нет. Оу-оу-оу, молодцы вообще. О, все. Все, отлично. Давайте вот эту пушечку. Ну все. Полной боевой готовности. А то в первый раз я как-то даже не ожидал такого жесткого напора. Еще брони здесь немножко подкинули. Господин офицер, вас порвало. Что же вы так стояли тут? Не пойми, в какой позе. А чего нам надо-то, собственно? Ладно, давай быстренько побегаем. 4 патрончика здесь всего лишь, жаль. У меня быстренько не побегаешь. Где-то тут я видел, во.
Заходы наверх. Ага. Сюда выкинет автомат, пулемет. Поэтому. Да. Золотишко! Автоматик! Просто все вот как для меня. Правда, автоматик мне это и не нужен. А вот броня, это соточка? Это 75. Это, блин. Это сейчас будет второй раунд, да, у вас, ребят? Явно? Конечно. Конечно! Просто вот... А как же иначе-то? Так... Да ну умри! Ну давай, хоть одну заряди уже. Что, ты меня решил ослепить, что ли, им? Не понял. Эй! Да вы даете вообще, только гранат мне здесь не хватает и все. Ну умри! Капец, это, если бы он начал шмалять, то была бы смерть. На ровном месте. Сука! Прячься. Где? Да вы охренели! Где там? Ай-яй! Да почему со всех сторон, а? Почему со всех сторон? Собственно. А у меня тут еще немножко жизни должно быть. Да. Есть. Оу. Это все объясняет. Ну давай. Ты че? Суки. Так, дробовик. Один. Да блин, какого хрена я на эту пятерку жму? Что за дела вообще такие? Поделитесь патрончиками, ребят. У меня уже каюк закончился. Ё-моё. Так. Так, давай, наверное, одним. Лучше даже автоматом. Это жесть просто. Сортирная. Как ты смог-то так просто... Охренеть-то, как ты смог? Да. Надо быть поаккуратнее. Кто это за киборг там такой? Ученый. Хорошо. А где-то еще, значит, светится этот? Так, хорошо. Броня есть. Патронов есть. Все, давай-ка две. Господин хороший, вы что тут забыли, а? Как-то ты не пробиваешься, а? Ты чё? Да, воспользовался пулеметом 10 раз просто. Воспользовался им. Офигеть, как круто. А вот опять с ним хожу, как идиот просто. А, так, а что там с перками? О! Тобис двух рук позволяет носить с собой на 20 больше патрончиков. Хорошо, теперь с пулеметом. Так, у нас... Убить врагов последней пулей в обойме? Да вы гоните! Я так не люблю это. Бесшумное убийство офицеров. Взрыв головы с помощью труб. Ну как его взорвать-то ему голову с помощью трубы? Усилить броню до 20, увеличить максимальный запас брони на 25... Увеличить магазин... Ага, шокхаммером пострелять надо. Увеличить магазин Бомбеншауса на 5. Хорошо. Будем это все держать в голове, значит. Ну и, соответственно. В общем, они поняли свою ошибку с прошлой части. Так как я практически всю игру стрелял автоматом. Да, только пылинки ты с него сдувай. Говорю, практически всю игру я стрелял автоматом, поэтому они решили добавить перки, чтобы я еще и поковырялся с остальными пушками.
Хотя дробовик, конечно, безусловно, очень полезная штуковина, особенно когда берешь две руки, валит этих хлопцев с дробовиками только так. По сути, без него было бы вообще сурово. Внимание, внимание, из замка Вольфенштейн сбежал заключенный. Да, есть такая тема. Давай-ка, наверное, Бомбеншаус. Повторяю, из замка Вольфенштейн сбежал заключенный. Всей охране боевая тревога. Ёперный театр. Ну все, вы меня встречаете здесь уже, да? Да надень ты прицел. Или уж сними, или надень. А, даже так. Оба-на. Видали? Девчата. Ай, ай-яй-яй. Опа, я вас своими же гранатами, вашими же, отстрелю. Третьего уже обезвредил. Так, снайпероза? Есть. Все. И что мы будем делать? Ага. Так и думал, что нам туда лезть. Хорошо. Блазковец, ты не очкуешь? Ну и правильно. Ты и не очкуй. Ой, для этих целей нам вообще нужен Бомбеншаус. Клоц. Ой-ой-ой. Прекрати мазать. Там еще один, там еще один. Ты не... Хватит перезаряжать. Вот же он стоит. Стрельнем его в спину. Вот сюда. Вот, да... вот так. И все, и сбросили его. Отличненько. Это здорово. Что делаем здесь? Так. А, зря полз. Хорошо. Так, хорошо. Чего, он с помощью мультитула, что ли, зацепится? Ты даешь, Блазковец. Так можно и руки себе сжечь. Ёперный. Ты его убьешь здесь? А, он уже мертв. Ляпу снял. Да твою же налево. Брони как не бывало. Да. Ой-ой. Твою мать. Опять брони нет, ни хера. Бежит кто-то? Ну, не бежит. Да-да-да. Где тут? Кто тут? Потерял автоматик, считай, умер. Все. Мои любимые патроны. Улички. Опа. Да. Это как это у тебя получилось вообще? Как ты его всунул туда? Жизнь мне не нужна. Это надо. Ты не отдашь свою броню. Пульки. Вот, пульки надо. Только так до хрена мне не надо было, а я взял. Так, он куда ходит? Да, да, да. Прикинь. Давай двумя. Ты долго ждешь, понимаешь? Ты долго ждешь. Вот там твоя ошибка. Дай шляпу сюда. Это вы хотели, чтобы я, как всегда, на лихом коне заломился сюда? Да, ты умер, прикинь. Так. Это все великолепно, господа офицеры. Ломим сюда. Охренеть, они там еще вторую засаду мне устроили. И куда, куда, куда? Куда она? Денется. Бомбеншаус. Откуда ждем подставы? Снизу? Да.
Вот так вот. Да вообще жесть. Все, вам хана, хлопцы. Надо только не увлекаться, потому что... Надо не увлекаться, говорю, потому что могут закончиться патроны. А потом они мне вообще очень понадобятся, даже очень. Очень даже. Это та лодка, на которой мы будем ехать. Нет, это другая лодка. И... Берем кучу брони. Так. Куда? Я не понял. Там в эту, что ли, да? Ох, эти долбаные перевоз. О, блин! Да ну кончай уже! Это что же за херня такая? Угу. Да-да-да, тревога, мне нужно подкрепление. Да твою мать! Пулеметы. Конечно, мы стали. Бомбеншаус, где? Есть. Давай, давай, давай. Сейчас же взорвет нахрен нас. Мать твою! Сука! Какого хрена? Да куда ты держись? Бласковец! Бегом, ты до сих пор голый. Ломись! Ай-яй-яй, мать! Ты гонишь! Ты гонишь! Офигенский! Ё-моё! Где выход? Где выход? Давай сюда! Бегом! Давай! Вырывай ее нахер, эту дверь! Да вы гоните вообще! Что такое? Плыви, 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 плыви! Фуникулеры, блин! Фу. Да! Это было лихо! И на этой позитивной ноте мы будем завершать ту серию. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и всего доброго!